Всем привет, с вами Александр. Это аниме Блич, вторая серия. Кстати, ребят, первую серию я уже снял и выложил себе на Бусти. Она соберет. Вы ее на Бусти у меня посмотрите, когда я вложу ссылку. Ну, когда аудитория поднимется достаточно, чтобы посылать ссылки, тогда там вы ее найдете. Даже бесплатно, может быть. К сожалению, материала, чтобы выложить ее на YouTube, у меня нет. Поэтому, да, я выложу только на YouTube теперь же вторую серию эту. Ну что ж, давайте продолжим смотреть. Я вначале. О, да. Он вас тебя будет. Эх, ну и тоже мне сынок избивает отца. В прошлой серии такая. А ты не помнишь, что было? Получился он панд. Драку, да. С монстром, что. Да не грузовик это. Да тут. Он что, все забыл вообще у того, как сон? По синегам. Да, в сообщество душ. Арихима? Кто это? Нет, я не смотрел Блич, просто похожие имена я слышал и раньше. Может, это в прошлой серии? А нового? Извини. Ой, страшный ты, Чиго. Что это с ней? Ее напугал, у тебя? Он сражался, вот и что. Эпичные дела были. Этот грузовик и целый монстр. Ух, какой мужик. Кучики? Да, не то слово знакомо. Чики. Понятно.
Вот почему мои одноклассники могут тебя видеть. Все верно. Именно так. В любом случае, теперь ты будешь помогать мне в работе с деньгами, пока мы все вернутся. Ты попал по-крупному. Но ты будешь воевать. Что? Я больше не хочу воевать с чудовищами. Ты же прекрасно сражался вчера вечером. Да ладно тебе. А ради чужих людей я рисковать не собираюсь. Прости, что не оправдал твоих ожиданий. Вот как? Он не оставил мне выбора. Всё, ты теперь без тела. Да? Почему ты хочешь ему помочь? Этот мальчик для тебя чужой. И что? Как я могу его бросить? На него напали у меня на глазах. Ты слишком мягкий. Что? Синегами должны одинаково относиться ко всем страждущим душам. Нельзя спасать лишь тех, кто оказался рядом. Или лишь тех, кого ты видишь. Не помогай ему. Если ты спасешь его... What? Спасешь, будешь вечно их спасать. Все, Чик, ты подписался, и обратного пути нет. Готовься. Попрощайся с нормальной жизнью. Ну что, Ичиго, решился? Не дождетесь. Решился, не решился, какая разница? Я помог ему, потому что хотел помочь. А ты разве не такая? Нет. Вчера ночью ты рисковала собой, чтобы спасти меня. Неужели ты в тот момент думала лишь о долге с Синегами? Да уж. Об этом не думаешь. По крайней мере, я... Он не думает. Если тебе не нужны новые неприятности, живо отправляйся на небеса. Да ты ж дух. Не обижайся, ранцы не видят. Не
Бедняга. Бедняга походит на Шаман Кинг. Правильно, наверное, ван. Блин. Какие-то демоны. Сожрите его душу. Ты синеган. Блин. Его тоже. Боже праведный, зачем я явился на этот свет? Прошу, позволь мне вернуться в твою благодать. Забери меня в твое царствие. Современный язык. Какой к черту современный язык? Вообще, долго ты будешь за мной ходить? Пока ты не согласишься выполнять работу с деньгами. Делай, что хочешь. Эй! Инолы? Куросаки-ти! Тебя сбила машина? С тобой все в порядке? Ага. Рана меня только слегка задела. Ничего страшного, обошлось? Обошлось? А где же машина? А? Уехала. Послушай. Ой. Ладно. Главное, что ты не пострадала. Вы Кучики? Да, а ты кто? Дура, она же из нашего класса. Это Инолы. Орихиме Инолы. Правда? Привет, Инолы. Я так рада. Да. Я тебя тоже. Ты ходила за покупками? Да, продукты на ужин. Орехи, масло, сливки. Чику, зато у тебя интересная жизнь началась. И что из этого можно приготовить? А что у тебя? Нет, не машина. Это не машина ее сбила. Правда? Да. Учитель, что с тобой? Ты чего-то боишься? Я вовсе нет. Поправляйся. Может, тебя проводить? Нет, я справлюсь. Правда. Пока. Вечно она во что-то влезла. Да, что-то подозревает Кучика. Я неправильно ее имя произнес. Это девушка. Что? Ты про Инолы? Вы дружите? Да не особо. Мы даже почти не общаемся. Она лучше подумала. Что? Кстати, я вспомнил. Что? 3 года назад. Так это ее брат. Ее старший брат умер в нашей городской больнице. Что? Он был ее единственным родственником. Авария. Ясно, кто это. Братишка, не надо. Это, наверное, тот дух был ее братом. Который были смотрел на нее там в окне. Ну, наверное, должен быть. Значит, зачем он смотрел на нее? Если честно, то я только недавно научился различать духов и даже разговаривать с ними. Я так и думала. Да что это с тобой? Ничего. Ну, пока. А? Эй! Куда ты идешь? Домой. А где это? Тебе интересно? Нет.
чтоб тебя. Войдите. Кацуки. Это моя мама тебе прислала тушеное мясо с картошкой. А, ура! Тушеное мясо с картошечкой. Стоит тебя оставить одну, как ты тут же переходишь на всякую гадость. Вовсе нет. А вот и да. Что у тебя сегодня на ужин? Клиника Куросаки. Эй, братишка, ты нигде не видел моей пижамы? Слушай, ты бы хоть постучалась. С ты стал старшеклассником? А ты забыл. Неправда. И твою пижаму я не видел. Это странно. А еще... Пучика, наверное, забрала. Интересно, почему ты меня об этом расспрашиваешь? Спокойной ночи. Приказ. Что это? А? Ичиго! Это ты? Почему ты в шкафу? И откуда у тебя эта пижама? Все разговоры потом, у нас приказ. Приказ? Он идет. Не зевай, он наступает. Ой, это же ее брат. Брат той рыжеволосой девушки. Ой. Ой, да не надо убивать. Заткнись. Главное убить его. Попался. Слабо. О! Что это? Он ушел. За ним. Что с тобой, Ичиго? Хотел бы я знать. Что? Его лицо. Да-да. Брат и бог. Все восстановилось. Вот что я тебе скажу. Лучше нападать на них со спины, чтобы одним ударом снести голову. Это основа сражения с пустыней. Для чего? Чтобы не подвергать себя лишнему риску. А еще, чтобы не видеть настоящих лиц пустых. Что значит настоящих лиц? Ты сам только что видел. А? Все пустые когда-то были душами обыкновенных людей. Что? Я впервые слышу об этом. Разве они не монстры? Это чудовища, которых надо уничтожить. Да. Теперь это чудовище. И его надо уничтожить. Но раньше он был человеком. Из-за ненависти или грусти некоторые души бесприютно скитаются в этом мире и не дают нам возможности свершить над ними обряд Консо. А потом они становятся пустыми по доброй воле. Или их превращают в чудовища те, кто стали пустыми задолго до них. Как же так? Что? Ты видела Ичиго? А что тут? Чёртов Ичиго! Он не теряет времени даром. Нет, я не про то.
Отказала. Все уже. Ну что ж, вторая серия, причем немножко интригующая. Но все это вот пустыми, ну да, уже они были людьми, потом превращены в этих пустых, ну, чудищ. Да уж, придется жутко. Бедные люди. Ну да, похоже немножко на шаман. Где духи такие же. Так же. В Шаман Кинге, кстати, тоже были такие духи, которые обращались в демонов, когда они переполнены гневом, сожалением. И типа такого. Тогда они демонами становились. Да уж. Что показывает. Ну ладно. То, что с данной реакцией вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь, жмякайте на колокольчики, пишите свое мнение в комментариях. С вами был Александр. Это аниме Блич. Вторая серия. Всем спасибо и всем пока-пока.